Неужели мы такие грязные, чтобы мыть голову кислотой и увлажнять кожу нефтью? Неужели мы такие здоровые, чтобы травить себя бытовой химией? Зубная паста, мыло, духи, порошки, шампуни. Хватит втирать и пудрить. НТВ раскроет химический состав преступления. Красота. История всероссийского обмана. Среднестатистический россиянин, а ведь это вы, за год выливает на себя 2 литра шампуня. Женщины наносят на ногти лак за год 11 миллиметров и съедают 100 граммов помады, а еще 20 граммов женских губ подъедаем мы. Ну а мы, мужчины, за год выливаем на себя 2-метровый слой крема для бритья. И это не считая зубной пасты, мыла, стиральных порошков и моющих средств. Всего, с чем мы привыкли в прямом смысле слова соприкасаться каждый день. Химии в нашей косметике и средствах гигиены столько, что на ванной комнате давно пора повесить знак «Химическая опасность». Что такое СЛС? Можно отнести к категории яда химикатов. И почему гель для душа разъедает кожу? На руку вот так наливать его нельзя. Правда ли, что дешевую и элитную косметику разливают из одной бочки? Состав 15 компонентов абсолютно один и тот же. Откуда в креме парабены и провоцируют ли они рак, ртуть, мышьяк, свинец? Чем еще опасна губная помада? У меня лицо пухлое было, как боксерская груша. И могут ли шампуни от перхоти вызывать перхоть? Сколько токсинов в детской косметике? Детской присыпки. Такое количество свинца. И как от всей этой химии не потерять лицо? Все эти вопросы мы зададим производителям, химикам, депутатам и воротилам индустрии красоты. Чем бы мы ни мазались из косметики, мы себя травим. Красота. История всероссийского обмана. Тотальная проверка. Смотрите прямо сейчас. Итак, приступаем к инспекции вашей ванной комнаты. Впрочем, не спешите бежать туда. Здесь, в студии, мы собрали все то, что наверняка хранится и у вас. Пена для бритья для мужчин, для женщин шампунь для окрашенных волос, для детей присыпки. Все это так приятно пахнет, так хорошо мылится и пенится. Но что внутри этих, на первый взгляд, безопасных упаковок? Стоять! Федеральная миграционная служба. Москва. Миграционная служба нагрянула на мыловаренный завод. Причем из всего многообразия мыл здесь варят только хозяйственное. Фу, в туалете и то приятнее пахнет. Зажав нос, инспекторы проверяют паспортный режим у гастарбайтеров. Но у нас свой интерес к проверке. Источник этого самого запаха. Вы не поверите, но попасть одному и без оружия на производство хозяйственного мыла – миссия невыполнима. Неужели секретная формула? Берем 90 граммов воды, высыпаем щелочь. Перемешиваем. Это классический рецепт приготовления мыла. Исполняется в лаборатории, но повторить можно и дома. Следующий компонент – масло или какой-то жир. Часто используют прогорклый жир, тот жир, который особенно не нужен. Отсюда пошло выражение «судью на мыло». Из жира судьи можно сделать замечательный, качественный продукт мыла. Конечно, про судью это шутка, но вот он, главный секрет, почему фабрика чистоты так плохо пахнет. В основе жира мясо и кости, не предназначенные для пищи. Глядя на все это, трудно потом представить хозяйственное мыло в своем хозяйстве. В общем, не зря мэр Лужков писал в книге: «Даже в самые страшные годы войны я не мог мыться хозяйственным мылом, ибо видел, из чего оно делается». Впрочем, у хозяйственного мыла есть одно преимущество. Несмотря на то, как оно сделано, это мыло пусть и из прогорклых, но все же из натуральных компонентов. А теперь давайте разберемся, что же внутри привлекательных упаковок. Гели, шампуни, румяны, помады, порошки и присыпки для детей и для взрослых, для пожилых и для молодых мы купили 50 килограммов косметики и парфюмерии. И вот странная вещь, в стране огромное количество лабораторий, которые могут разобраться с токсичностью. Эти лаборатории ответят на вопрос о органолептике,
Но главное, состав соответствует ли то, что написано, тому, что внутри. На этот простой вопрос не может ответить никто. И вот единственная организация, Союз экспертиза, здесь согласились исследовать на состав наши 50 килограммов чистоты и красоты. Я поначалу даже пожалела, что взялась за такую работу. Впрочем, жалела руководитель исследовательского центра недолго, пока не пришли результаты. Я для себя сделала массу открытий. Это был тот самый случай, когда, выражаясь журналистским штампом, даже повидавшие всякого на своем веку специалисты были немало удивлены. Независимо от цены, независимо от способа применения, там, для детей или для взрослых, независимо для того, гель ли это для тела или гель для ванны. Состав 15 практически основных компонентов абсолютно один и тот же. Скажете, невозможно поверить? Тогда давайте пойдем в первый попавшийся магазин и посмотрим, из чего сделано все то, что втираем мы в себя каждый день. Возьмем, скажем, шампуни. Читаем, что здесь в составе. Пункт первый – вода. Пункт второй – содиум лауретсульфат. Сульфат. Содиум лауретсульфат. Сульфат. Содиум лауретсульфат. Сульфат. Содиум лауретсульфат. Пена для бритья тоже. Детские шампуни SLS. Содиум лауретсульфат в сокращенном виде. Гель для душа тоже. Содиум лауретсульфат. В общем, поверьте на слово, если убрать все то, что содержит лауретсульфат, полки практически полностью опустеют. А теперь внимание! Огнетушители – это тоже СЛС. Лаурил сульфатом моют машины на автомойке. И даже тяжело въевшуюся грязь на двигателях разъедают главным компонентом нашего шампуня. А это место, где производят СЛС, Дзержинск, город химической промышленности, не раз попадал в списки самых грязных в России. Конечно, не единым СЛСом жив этот город яд, тут много какой химии делают, но сам факт, основной после воды ингредиент наших шампуней и гелей производят по соседству с химическим оружием. Цепочка такая, значит, вот этот этоксилированный жирный спирт взаимодействует с триоксидом серы, получается сульфокислота, которая нейтрализуется раствором классической соды. И получается вот такая паста уже. Это лауретсульфат. А если по-русски и коротко? Это все продукты переработки нефти. Что бывает, когда нефть попадает на живые существа, все вы знаете. А вот что такое СЛС. На руку вот так наливать его нельзя, потому что оказывает очень сильное раздражающее воздействие. Это как ожог будет? Ну, практически как ожог. Может начать лизать кожу. Конечно, в наших шампунях лауретсульфат не в чистом виде. Чтобы он не сжигал кожу, в него добавляют смягчающие вещества. Чтобы не портился, вливают консервант. Для запаха посыпают ароматизатора. Для вида ложку перламутра и каплю красителя. Но делает ли это СЛС безопасным? Мы с вами сейчас проведем эксперимент по биотестированию. Вот героем этого эксперимента будет вот этот организм. Доктор биологических наук, профессор МГУ, уже четверть века разбирается, чем расплачиваются живые организмы за чистоту. Семена профессор делит на три группы. Первые заливает водой, вторые – лауретсульфатом. В третьей чашке – медь, свинец, цинк, кадмий. Это своего рода эталон опасности и ядовитости. Все знают, что тяжелые металлы – это плохо, и это действительно так. Прошло три дня. За это время росток в воде вырос, в растворе солей тяжелых металлов семена проклюнулись, а вот в растворе СЛС семена стали погибать. Они даже не набухли. То есть в нашем с вами шампуне им было хуже, чем в очевидно ядовитой среде солей тяжелых металлов. Конечно, мы с вами не семена и в бочке с шампунем не сидим по три дня, но мытье не всегда проходит для нас бесследно. Проявляются признаки, которые даже сближают самцов с самками, нарушается репродуктивная функция человека. Как это возможно? Давайте разберемся, каков механизм очищения тела. Простой эксперимент. Берем чистые руки, пачкаем их углем. Вы никогда не задумывались о том, почему вода эта грязь плохо смывает, а вот шампунь или жидкое мыло смывают хорошо и без проблем.
Вот так выглядит пылинка грязи. Видите ее? Не видите? Так увеличим же. А вот так стрелами даже в справочниках обозначают молекулы СЛС. Тут есть гидрофильный, гидрофобный конец. Вникать не обязательно, важно понять, что именно эти стрелы и моют нас. Но как? Одна, вторая, третья молекулы стрелы облепляют грязь, и все. Больше к телу этот кусок грязи прилипнуть не может. Но именно тут лауриль-сульфат проявляет свое главное коварство. Некоторые молекулы не зацепляются за грязь, а попадают внутрь нашего тела и фактически проникают сквозь клеточную мембрану. Если это вражеская молекула внедряется в нашу родную мембрану, что означает это для нас? И она может остаться в таком внедренном виде. Кожа сушится, гниет, портится, не знаю, там рак. Пока одни химики разбираются с последствиями, другие предупреждают. Большая часть моющих средств, косметики, шампуней можно отнести к категории ядохимикатов. Профессор химико-технологического университета Дмитрий Мюстафин уже который год читает студентам курс об опасной силе красоты. На пачке сигарет написано, и Минздрав нас предупреждает, что это опасно для здоровья, то таких предупреждающих надписей на средствах косметики и на средствах гигиены нет. На все это надо ставить пометку «опасно для здоровья», ведь это слова профессора, уважаемого человека из уважаемого университета. Слово депутата Госдумы, Елена Григорьевна. Вы сейчас посмотрели материал. Ой, мне прямо страшно стало. Я вообще аллергик. И я на протяжении многих лет ищу и выбираю какие-то вещества, которые, ну, как бы мне подойдут для мытья. Но сейчас я понимаю, что я вообще ищу не так. Нет, в данном случае выбирать нечего, потому что компонент лауриль-сульфат, лауриль-сульфат есть практически и в шампунях, и в гелях. Ну, значит, надо обращаться к народной медицине, к травам обратно. Не мыться тоже нельзя. Давайте обратимся к представителям индустрии. Валентина Ивановна. Здесь, в данном сюжете, то, что показано, сделано вообще очень некорректно. Действительно, шампунь, который стоит 30 рублей за литр, там и за пол-литра, может быть, он и содержит такую высокую концентрацию. Но подождите, вот давайте сравним с лекарствами. Ведь там тоже написано, все дело в концентрациях, там тоже все это в мизерных количествах. Понятно, что одно дело много налить. Некорректно. Но там же на лекарстве всегда написано побочные действия, аллергические последствия. А почему здесь не пишут? Дело все в том, что косметические изделия – это не фармацевтические изделия. И это как бы закона так не подлежит. Но прежде чем попасть на прилавок, каждое косметическое изделие, если это хороший производитель, если он гордится своей маркой, своей компанией, он все это делает и обращается к сертификационным органам. А если он не гордится своей компанией, значит, он может не получать эти разрешения? Почему? Разрешение он будет получать. Но это неправда, уважаемые друзья, это не так. К сожалению, когда отменили закон о сертификации, сегодня у нас нет сертификации вообще. Значит, никакие косметические средства на соответствие ГОСТам не проверяются в принципе. Существует добровольная сертификация, но ее использует очень небольшое количество организаций. И все, что сейчас сказали в документальном фильме, правда. А все, что говорите вы про то, что есть в небольших концентрациях, это уже не яд, извините, это билиберда. Я вам это как врач говорю. Яд есть яд. Вот есть шампунь, да, здесь есть список ингредиентов. Но в каких количествах мы об этом не знаем, потому что здесь не написано. Ну, считается, что это ноу-хау разработчиков. Вот этой организации в Новосибирске, научно-косметологическому обществу, удалось выяснить истинный состав. Сколько шампуней вы проверили? Ну, мы проверяли не только шампуни, мы проверяли косметические средства в целом. Ну, сколько? Цифры назовите. Проверили по спискам, проверили 3400. 3400 разных? Да, всяких косметических средств. Ну, по вашему мнению, в чем опасность СЛС, вот этого лауриль-сульфата? Опасность СЛС, смотрите, он помимо того, что он токсичен, он является, если попросту сказать, он является грузовиком всех тех тяжелых металлов, которые на вашей голове. То есть вы прошли по городу, и все, что в городе вот есть, свинец, вот это все-все-все, он на голове. Когда вы начинаете мыть голову, лауриль-сульфат берет это все, грузит в себя и срочно опускает всю вашу кровь. Следующее действие его, это самое такое опасное, которое женщины не знают. Это действие, которое приводит к тому, что женщины стареют быстро. То есть лауриль-сульфат разрушает коллагеназу.
То есть, грубо говоря, вы моете волосы, а уничтожаете тело. Детскую косметику вы тоже проверяли? Это везде. И то же самое, в детской косметике. Да. В детской косметике есть все то же самое. Алексей, я прошу прощения. Алексей, мы все-таки... Мы здесь будем... Дайте ответить индустрии. Алексей, можно, простите, я прерву, да? Вот мы сейчас здесь что, устраиваем судилище с производителем? Мы по закону или опять по понятиям? По закону разрешен данный химический элемент? Разрешен. Они имеют право его применять. Если мы вот тут собрались и всем судилищем говорим, а тыкаем в них пальцы, что они уроды, запретите законодательно и только после этого обращайтесь к ним. До тех пор закрываем рот и молча моем голову. Хорошо, допустим, луринил-сульфат, он же СЛС, то главное вещество, которое есть практически во всех этих тюбиках, действительно, не самый ядовитый компонент. Но здесь есть вещи куда более опасные. Внимание на экран. Париж. Крупнейшая мировая выставка, но не косметики, а компонентов для косметики. В этом году во Франции как никогда много Китая, который предлагает, кстати, тот самый СЛС. Вы напрасно абсолютно на этих самых несчастных китайцев так злобно смотрите. Они не самые главные вредители. Рима Корнеева здесь один из немногих русских экспертов, кто разбирается и в модных тенденциях, и в химических ингредиентах. Экскурсия по настоящим вредителям только начинается. Пункт первый – формальдегиды. Самый дешевый шампунь, который вы можете увидеть в России, да и, собственно, и здесь тоже, на основе формальдегида в качестве консерванта. Кстати, у нас в России львиная доля самых дешевых шампуней – формальдегид содержащие. Формальдегид в качестве консерванта – это очень консервирует, извините, органы, которые нужно сохранить. Вот. И трупы тоже, в том числе. А это Турция, оптовая изнанка бизнеса, промышленное хранилище ингредиентов. То же самое, что было в Париже, но уже не в пробирках, а в бочках. А на бочках пометки «вредно», «вызывает раздражение». А ведь из этого всего и приготовят то, что мы потом будем намыливать на голову или, хуже того, втирать в кожу. Подчеркивая натуральность, директор с удовольствием выпивает тоник для лица. Но стоит спросить хозяев про состав всего остального, как технолог начинает улыбаться. Я ему задаю вопрос. Либо он отвечает, либо он не отвечает. А девушка-переводчик старается не задавать неудобные вопросы. Анна, сейчас он форму с ним что-то залезает. Тогда говорю, давай с тобой договоримся, что ты мне туда не спрашиваешь. Что не спрашивал? Про эти все химии. Мы сменили три кассеты, пока наконец добились истинного списка. Содим нейросульфат, дедем. Кокомидопропил бетаин, дедем. Кокоглюкоз, дедем. Из этих всех химических веществ, что самое опасное? Парабен. Парабен. Парабены – это такой универсальный консервант. Не будь его, и крем заплесневеет, помада прогоркнет, шампунь протухнет. А чем он опасен для здоровья человека? Полдуша или нет? Размножение раковых клеток. Мы спрашиваем, правильно поняли, что вы используете те вещества, которые, по вашему же мнению, способствуют размножению раковых клеток? Альтернатив. Я согласна с вами, но у нас нет другого выхода. Вот что получилось. Под микроскопом мы можем увидеть выросшие раковые клетки. А ведь еще в середине 90-х в этой британской лаборатории обнаружили странную связь. У женщин, страдающих раком груди, в пораженной ткани переизбыток парабенов. Парабены используют очень много и во всех косметических и моющих средствах, особенно в тех, которые мы наносим в зону подмышек. Это как раз рядом с грудью, поэтому легко может развиться рак. Опасные парабены нашлись во время нашей проверки. Причем в таких количествах, что руководитель лаборатории снова, мягко говоря, удивилась. Там столько антиокислителей, да, коими являются и консервантов, да, в данном случае парабены. Напомню, это те самые парабены, которые распространяют раковые клетки. Количество этих парабенов никто не отслеживает. То есть, если вы ошиблись и продозировали там, и ошиблись я немножко в кавычках, да, несколько больше, а соблазн велик, потому что срок годности достаточно большой. Да, чем больше положено, да, тем больше срок годности. Врач Татьяна Бобышева из тех докторов, кто разбирается не только с действующим веществом в таблетках, но и с химическим составом на этикетках, открывает нам секрет еще одного распространенного ингредиента – пропиленгликоль. Он почти во всех кремах используется. Он же используется для производства антифризов, чернил, тормозной жидкости. Почитаем аннотацию на те средства, на тормозную жидкость, на антифриз. Что там написано? При попадании на кожу что надо сделать? Обильно смыть водой. Вроде одно вещество, но на тормозной жидкости написано «обильно промыть», на креме «тщательно втирать». А что там внутри? Для примера возьмем
вазелин. Вы нанесли его на кожу, по ощущениям вам кажется, увлажнили, а на самом деле только нанесли пленку. Эффект называется окклюзия. Это все равно, что на руку надеть резиновую перчатку. И действительно, под пленкой собирается влага. Только это не увлажнение, а пот. Фактически вы достигли обратного эффекта. Вытянули влагу и в итоге только высушили свою кожу. Вот нефть уже подготовленная. Москва, Институт нефти и газа. Эксперт из области нефтянки, сегодня профессор Ранида Омарова, уходит в дебри косметологии. Рассказывает, как черная нефть превращается сначала в еще более черный мазут. Он более вязкий по сравнению с исходной нефтью. А потом он становится светлым и прозрачным вазелиновым маслом. В данном случае наша задача получить белые масла, поэтому у нас очистка будет серной кислотой. Разбавив дорогое вазелиновое масло дешевым парафином, и получится вазелин. Но никто никогда на нем не напишет «сделано из нефти», скорее наоборот. Мы будем первыми, кто будет производить натуральный вазелин. 100% натуральный вазелин. Вот он, типичный случай, когда пользуются нашей безграмотностью. Итак, повторяем, в химии, как в жизни, или вазелин, или натуральный. И то, и другое вместе не бывает. Вот во всем этом многообразии есть натурпродукт? Нету. Вообще ни в одном? Нету. И снова внимание, бесконечное количество тюбиков и флаконов и ни одного натурального. А ведь на этикетке пишут совсем другие вещи. Скажем, шампунь с козьим молоком и медом. Я вот по наивности попыталась что-нибудь найти там из молока или из меда, да? И ничего, естественно, не нашла. Итак, мы уже разобрались, что шампунь, гель и пена – это фактически нефть. Зубная паста – это мел, краска для волос – кислота, сильная и едкая. Если она способна черные волосы превратить в белые, можно представить, что в этот момент происходит с кожей головы. Проведем небольшой эксперимент. Вот у нас кусок кожи, свиной кожи. Капнем на него жидкость для обесцвечивания волос. Вы все еще льете на себя эту химию? Тогда мы идем к вам. Это, конечно, не яд в чистом его виде, но когда лаборант набирает в шприц белую мутноватую жидкость и закапывает кролику-альбиносу в глаз, глаза сначала слезятся, кожица вокруг глаза розовеет, потом опадает шерсть. Это называется тест Драйза. Так проверяют на токсичность шампуни, гели, да практически всю нашу косметику и парфюмерию. И нередко тест заканчивается тогда, когда уже наступает помутнение роговицы и глаз гибнет. Экологи в шоке, но обычный покупатель разве что посочувствует. Ведь ему-то годами объясняли, кролики страдают ради его же безопасности. Это нормальный тест, дерматологический тест, который все производители обязаны, но не делают. Обязаны, но не делают. Единственный русскоговорящий технолог на турецком заводе, если бы ее хозяева понимали, что она в этот момент говорит журналистам из России, наверняка попросили бы замолчать. Никто из в мире не гарантирует 100% безопасность в продукции. Потому что, вы знаете, у человека разные иммунологические системы. Последние 5-6 лет я стала замечать за собой, что у меня выступают пятна или зуд. Поднимается температура. Домохозяйка из Екатеринбурга Лариса Шемякина сначала и не замечала эти пятна, но с каждым днем их становилось все больше. У меня лицо пухлое, была как боксерская груша. Я просто не могла дышать. Лариса гадала до тех пор, пока не почувствовала боль в душе. Я намылила голову, как ничего не бывало, стою в ванной. Вот, начала смывать. И чувствую вот жжение вот по спине, если течет вода, по лицу, да, смывается. Я вылезла оттуда, и у меня было такое ощущение, вот как будто меня взяли, полили кипятком. Жжение было дикое. Я посмотрела в зеркало на себя. Вот где у меня были вот шампунь, где попало, вот участки тела. У меня вот такая подушка красного цвета. Это
не реклама помады, а настоящий эксперимент. Через 10 минут после нанесения красными становятся не только губы, но и щеки. Так выглядит аллергическая реакция на косметику. Мы привыкли, если написано гипераллергенно, значит, это уже проверено и на животных, и на добровольцах. Но это в теории. Оказывается, не все так гладко у производителей с проверками. Несложно догадаться, почему. Да, да, дорого. В общем-то, все предсказуемо. В этом бизнесе, как и в любом другом, все проблемы от экономии. Самое худшее, как всегда, самое дешевое. Дешевые лаки, они все на основе растворителей, которые небезопасны. Вот, в частности, вот те лаки, которые мы смотрели, они тлоольные. Да? То есть это пишут ТОЭМ. Легко воспламеняющаяся жидкость обладает наркотическим действием, является сильно токсичным ядом. Это все про него, про тлоол. Ядовит и опасен. Зачем такая антиреклама косметическому ингредиенту? Вот и придумали для него новое благозвучное имя – Толуэн. Но суть от этого не меняется внутри. Как был пожароопасный Толуол, так и остался. Итак, наша проверка обнаружила Толуол в лаках для ногтей. Вроде ничего страшного, мы же его не едим. Чего не скажешь про помаду. Американцы там 2 года назад шум подняли о том, что намерили 0,5 миллиграмма на килограмм. Вроде всего 0,5 миллиграмма свинца, и начался скандал. А как обстоят дела со свинцом у нас? А у нас норма 5. От которой мы пляшем. Оказывается, по российским нормам помада не считается токсичной, даже если в ней, внимание, в 10 раз больше свинца, чем у образцов, наделавших шуму в США. А ведь по закону свинца в помаде быть не должно. Не должно — это значит ноль. Но, похоже, кто-то пролоббировал поправку, чтобы продавать косметику любого качества. На самом деле мы выдаем этот разрешительный документ, не проверяя, соответствует ли этот состав действительности. Закон не требует проверять состав. Да, правильно? Да, да. Марина Львовна, с избытком свинца в нашем законе мы вроде разобрались. С другими тяжелыми металлами какая ситуация? Ртуть тоже с избытком у нас? Да, я считаю, что все они совершенно с недопустимым избытком. Ну, скажем, вот помаду удачно сравнивают с леденцами. Поскольку помаду мы приблизительно едим в таком же количестве. И это десятикратная разница. Существует такое понятие, как фоновое содержание тяжелых металлов. Они действительно есть везде. И говорить о том, что в какой-то стране существует требование, чтобы такого тяжелого металла было ноль, это просто, на мой взгляд, некорректно. Это просто неправда. Мы можем не смотреть даже на другие страны, друзья. Даже в России, в Советском Союзе, старая советская косметика содержала практически нулевые концентрации тяжелых металлов. И не надо ссылаться, что где-то в них. Даже у нас это было. То есть, получается, все это лежит в косметике по закону, так что ли, выходит? Нет, все не так. Все зависит от того, какое ты сырье покупаешь. Вот ты можешь купить сырье действительно где-то в Китае, может быть, даже в Польше. Uh-huh. Может быть, это не очень корректно, что я говорю. Но если ты хочешь хорошего качества, шампунь или любое другое косметическое изделие, ты покупаешь у компании, которые проводят эти анализы, и когда твой продукт тоже проходит анализ. А можно я вам возражу? Предлагаю... На самом деле это не так. Потому что мы покупаем, и сейчас мы это слышали, такое сырье, тальк, например, да? Можно купить тальк, который не будет содержать свинца, но мы покупаем его дешевый, который с невероятным количеством свинца. Это проблема производителей. А к разговору о Евросоюзе. Вот картошка сейчас, то, что там то же самое продается. В Евросоюзе не только не то же самое продается. Там есть принцип, принцип предостережения, так называемый, который заключается в том, что если даже у ученых возникает дискуссия, вредно использовать парабен такой-то или нет, то его запретят использовать. Потому что если даже существует небольшой риск, что он вреден, его запретят использовать. Значит, и то, что там точно такая же продукция, это лукавство, и это неправда. Значит, совершенно другие нормы. По поводу парабена, между прочим, это особый маркетинговый ход. Если вы сейчас придете в магазин и посмотрите информацию о парабене, вы увидите, что среди косметики есть целая группа товаров, на которых очень крупным текстом написано «без парабена». И тогда чем? И ваше право выбрать, парабеном это или без. Давайте разделим. Вы почем шампунь продаете? Ваш пузырек сколько стоит? 50-100 рублей сколько? Нет, больше. Больше, дороже? Да, дороже. Нет, это очень важно. Мы хотим знать, какой? Может быть, богатые такие счастливые, ничего не грозит. Может быть, шампунь за 1000 рублей и все, и ты уже в шоколаде. Нет, даже нет, вы не правы.
Ну, откройте нам тайну, начиная с какой суммы безопасно? При чем тут это? Это 30 рублей шампунь. То есть вы и за 1000 рублей настраиваете? Какой ужас, а? Вы хотите абсолютно безопасный шампунь? Да, приходите, мы вам эксклюзивно сделаем на сапонинах. Сколько он будет стоить? Но стоимость этого шампуня будет превышать 2000 рублей. Скажите, что бедным людям делать? Долой мыться, что делать? Я вас немножко перебью сейчас. Вот интересная вещь, я все хочу привести пример. Вот тушенка, например, здесь заявлены, к примеру, 10 компонентов. Если вдруг из 10 компонентов лежит только 9, или, например, вместо 10, 11, одного не хватает, или на один больше, то это изделие фактически... Я еще раз говорю, вот в пищевой, вы недаром правильно затронули вопрос пищевой продукции, да, связанной, там мы проверяем, всегда проверяем состав. Не только тот факт, что все указано на этикетке, и это хорошо, там и адреса все указаны, но и насколько истинен этот состав. В случае косметики, понимаете, это почему-то табу. Этого вообще никто не делает. То есть можно написать одно, а получить другое? Да. Можно сказать? Значит, я 12 лет сертифицировал продукцию парфюмерии и косметики в Союзэкспертизе. И Марина Львовна утверждает, что они никогда не проверяют на то, что внутри есть, на процентные доли. Возможно, но у нас никогда не принимали товар на сертификацию, если мы не сдавали процентное содержание формулы. Итак, вы говорите, что косметика проходит все стадии проверки и на людях, и на животных. Но как на самом деле можно приобрести сертификат соответствия? Мы провели небольшой эксперимент. У этой новинки есть все шансы стать кремом номер один в мире. У этой новинки все шансы стать кремом номер один в мире. Рецепт создан во Франции еще в 18 веке. У нас в России он до сих пор популярен в узком кругу первых лиц. Он не содержит коллагена и не воздействует на гены. В его составе наносомы лососевых. И, конечно, это натурпродукт. Хоть на хлеб намазывай. А ведь мы нисколько не соврали. Ведь в этой баночке обычный майонез, а внутри несколько икринок. Конечно, все это звучит несколько смешно и несерьезно, если бы не одно «но». На этот, очевидно, бесполезный крем для лица можно получить полный набор документов. Конечно, все это делалось за взятку. Нам подсказали, есть некий влиятельный посредник, не серый кардинал, но имеет доступ и в органы Роспотребнадзора, ведь там выдают гигиенический сертификат. Есть определенные требования санитарных норм, там прописано, что нужно проверить. Я опять же говорю, там металлы, там пестициды, там, не знаю, там какие-то химические другие вещества. Вот это проверяется, а вот сам состав уже на совести производителя. По правилам сначала мы должны оформить анкету. Здесь есть графа «состав». Пишем честно все как в майонезе. Масло, яичный желток, соль, сахар, сухое молоко. Кладем несколько красных икринок. И чтобы майонез не протух, добавляем те самые ракоопасные парабены. Ну и для придания гелеобразного состояния льем загустители. То есть уже сам производитель заполняет на своем бланке, какой он там придумает, но в установленной форме там, эту декларацию, ставит свою печать, берет протоколы и идет в орган по сертификации. Заплатив перед этим 200 рублей. Крем решили назвать Golden Fish – золотая рыбка. Упаковка розовая, как любят девушки. На крышку наклеили состав. Заплатили госпошлину 200 рублей. По закону эту банку мы должны были отнести в лабораторию. Там бы провели испытания, инспекция выехала бы на производство. Но зачем такие сложности? Достаточно звонка по телефону. По сроку, наверное, это займет где-то в районе 8-9 рабочих дней, не меньше. Будем глядеть, наверное, в районе 18. Мы предлагаем встретиться, но в ответ вежливый отказ. Этот человек работает инкогнито. Зачем вам в Питер ехать? Вы заявку высылайте, все получите там в Москве все. Скажите, а деньги мы как передаем? Либо перечислите на счет, либо еще вопрос. Итак, всего 8-9 дней. Цена вопроса 18 тысяч рублей. Мы, кстати, уже получили проект будущего заключения СС. Вы понимаете, что произошло? Полбеды, что в этой банке под видом крема мы положили майонез. Мы же туда бухнули огромное количество парабенов и других опасных консервантов. У меня вопрос обществу защиты прав потребителей. Ведь вам вот эта схема давно известна. Это, конечно же, не единичный случай, я думаю, потому что у нас масса, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, фирм-посредников,
которые зарабатывают на своих услугах довольно большие деньги. Я просто в потрясении. Я сейчас думаю, что же сидят наши правоохранительные органы. Это в интернете можно взять? Это же называется... Как это называется? У нас в законе о коррупции есть такое, как бы попытка криминализации государственных органов. Если туда должна выехать генпрокуратура, и мы знаем в интернете, я знаю, все знают, генпрокуратура у нас что? Как-то должна работать. Но с стороны, согласитесь, ситуация, что... Она обычная. Если мы знаем, что все... Вы знаете, я знаю, что есть расценки на все госуслуги. Мы знаем, что даже за закон надо платить определенным депутатам, но определенные не берут. Или берут. Вот видите, признают. Признают. Нет, вы же то же самое сказали. Вы только что сказали, получить, что я вносил законы, но деньги мне не занесли. Я, в общем, я повторяю ваши слова. Я понимаю, что эти люди вам деньги не занесли, поэтому приняты другие законы. Михаил. Это же не вопрос. Это же ваше утверждение. Так, Джордж, что вы... Профессиональный вопрос к обаятельной к Оксане Пушкиной. Оксана вот сидит, молчит. Я уже понял, что ей что-то не нравится, это понятно. Мне просто интересно, вот чем Оксана пользуется, какой косметикой? Я надеюсь, что не той косметикой, которую сегодня телевидение предлагает. Хороший, дорогой. И сколько стоит ваш шампунь? Дорого стоит. Дело в том, что я привожу все из Америки. Я не верю всему тому, что здесь продается. Во всяком случае, я объясню, у меня был горький опыт в несколько, мы, может быть, коснемся этой темы. Почему оттуда? Потому что, если что, я там защищена. Покупателям не так важно, есть химия в шампуне, например, или нет ее. Проблема в другой. Нам так приятно и так комфортно со всем этим жить, что мы вообще не представляем, как без всего этого можно обходиться. И вот у нас сегодня в студии есть человек, который не попался на все эти маркетинговые уловки. Женщина, которая годами не моет голову шампунем с участием лаурил-сульфата, и у которой даже зубная паста дома – ручной сбор. Сегодня в студии есть человек, который не попался на все эти маркетинговые уловки. Женщина, которая годами не моет голову шампунем с участием лаурил-сульфата, и у которой даже зубная паста дома – ручной сбор. Да. Правильно? Ирина? Новожилова. Ирина Новожилова. Вот. Вы уже правильно сказал, вы не моетесь, да? Да, нет, я моюсь. Только у меня путь был другой, на самом деле. Я еще, по-моему, больше 20 лет назад стала противником экспериментов на животных. То есть у меня такой был путь. Потом я думала, а чем? А потом мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ничего нет сложного. Можно. Но вы давно вот на этом натуральном живете? Давно. Расскажите, чем моете голову? Нет, ну во многом я новичок, в чем-то я уже давно знаю. Голову можно легко, как делали раньше в деревне, мыть щелоком. Обычная зола, у меня есть загородный дом, щелка, печка. Зола. Это обычная зола, да? Обычная зола, прям с крупными угольками. Снимаете с печки. Чем она более горячая, тем лучше. Заливаете ее водой. Джордж, вы готовы мыть своих клиентов золой? Алексей, а можно я просто посмотрю, просто как парикмахер? Подходите, подходите. Продадим недорого. Если сюда добавить оливковое масло, то греки, собственно, так получали мыло. Вот если сейчас вода станет чуть-чуть чернее, то значит хорошо смывается. Вот я сейчас посмотрю. Еще час уложимся? Все, я думаю, что можно хорошо смывать. Вот. Вот. Смотрите, вот. Видите, да. Вот. Хорошо, а что заменит кондиционер тогда? А кондиционер это уже фантазеры придумали, я вас уверяю. Так, а зубная паста у нас как делается? У зубной пасты миллион просто вариантов разных. Ну вот самая простая из баклажанов. Обычный баклажан запекается в духовке и в равных соотношениях с морской солью. Я беру крупную соль, но я ее предварительно смалываю на кофемолке. Михаил, вот что вы скажете, возьмете такую косметику к себе на прилавок? Ни за что. Ни за что, почему? А почему вы решили, что эта соль морская, что она не вредная? Почему вы считаете, что эти компоненты можно вместе соединять, и они будут давать тот эффект, который от них ждут? Это же наука. Понимаете, у нас с вами разные задачи. Реклама без конца навешивает мысль, что мы никак не можем прожить. Вот в лесу окажется человек, все, он не способен прожить. А я считаю, что природа – это кладовая. Здесь можно все найти, абсолютно. Шампунь из золы, зубная паста из овощей – это, конечно, может показаться странным и смешным в наше время. Но давайте вернемся всего-то на 20 лет назад. Сухие волосы моют детским или ланолиновым мылом. И лучше пеной, смягчив воду ложкой уксуса.
Для жирных волос добавляйте кефир, а для сухих – яичный желток или соду. Это был фильм 88 года. С тех пор учебные фильмы превратились в рекламные ролики, а мы искренне уверовали в то, что красота может к нам прийти только из тюбика. Но стоит ли всему этому верить? Рота, подъем! Товарищи солдаты, сегодня у вас пройдет проверка средств личной гигиены, которую мы используем в области подмышечной впадины. Слово представителю телевидения. Товарищи солдаты, телевизор смотрим? Да, точно. Рекламу видели? Что такое дезодоранты, знаете? Знаю. Сегодня мы проводим небольшой эксперимент. Многие дезодоранты обещают, цитирую, 24 часа надежной защиты. Вы лично в это верите? Защитит ли дезодорант защитников отечества от неприятного запаха, да еще на целые сутки? Никак нет! Можно ли кремом от целлюлита избавиться от целлюлита? Отбеливает ли отбеливающая паста? Полтора вода. И как нас подсаживают на шампунь? Почему раньше волосы мыли раз в неделю, а сейчас надо каждый день? Итак, мы проводим масштабный эксперимент. Это будут опыты на людях. Во-первых, спасибо, что все вы здесь сегодня собрались. Вопрос первый. Вы сделали это добровольно? Итак, эксперимент номер один. Перхоть может свалиться на вас, как снег на голову. Это скрытая перхоть. Смотришь в зеркало, вроде нет ее, а под трихоскопом оказывается вот она. Шелушение кожи головы мы выявили. То, которое нельзя было заметить при осмотре. Татьяна Косинская, врач-трихолог, то есть разбирается и в головах, и в волосах. Страдающим избытком перхоти она обычно предлагает пролечиться. Но для наших испытуемых совет врача – помыться. В течение недели используйте вот этот шампунь для регулярного применения. Они будут регулярно смывать перхоть так, как нам предлагает реклама. Снова лука? Но под наблюдением врача. Впрочем, как уверяет профессор Мустафин, эффект будет обратным. Причиной все тот же лаурилсульфат. Это вещество при попадании на голову образует на голове такую стойкую пленку. И эта пленка вызывает раздражение и волосяной луковицы, истончает волосы и вызывает образование перхоти. Истончает волосы, раздражает луковицу. Это, конечно, плохо для здоровья, но хотя бы ясно для понимания. Все-таки во флаконе химия. Но что шампунь от перхоти вызывает перхоть, звучит как обвинение. В аннотациях к шампуню пишется, что эффективно при ежедневном использовании. То есть нас фактически сажают на иглу. Чем больше мы этим шампунем моем голову, тем быстрее и легче у нас перхоть появляется. И наша голова требует, чтобы нам опять намылили голову этим же самым шампунем, чтобы эту перхоть смыть. Мы даже не знаем, что цвет волос связан с их толщиной и количеством. Что живут они в среднем 4 года и незаметно для нас сменяются. Мы многого не знаем. И все же, как их сохранить? Люди постарше помнят, науку правильно мыть волосы преподавали еще в школе. Учебник по анатомии 82 года. Тогда в нашей стране не было агрессивной атаки парфюмерно-косметического бизнеса, и на чистоте нашего тела индустрия не зарабатывала. Так вот, в учебнике написано, мыть голову надо раз в неделю. Еще в детстве, я помню, мне мама мыла яйцом. Но действительно мытье, возможно, было раз в неделю. И действительно, в каждой семье был банный день. Мылись раз в неделю, и волосы не были засаленными. А что сейчас? Реклама учит нас мыться, внимание, в 7 раз чаще. Вот и наши испытуемые также поступали, мыли волосы каждый день. Впрочем, не столько ради чистоты, скорее для победы над этими белыми катушками. Но их количество не уменьшалось ни через неделю, ни через две. Лечение такого симптома, как перхоть, всегда должно начинаться с выяснения причин. Что привело к
появлению перхоти на волосистой части головы. И полбеды, что современные шампуни не уберегут от перхоти, серьезнее другое. На шампуневую иглу садятся даже люди со здоровыми волосами. Фактически вот это стандартный механизм привыкания. То есть вы моете, вы удаляете, это естественно, ведь это же естественное выделение, если мы говорим о жировой составляющей на волосах, да, вот сальный, жирный волос. То есть правильно я понимаю, что если я сейчас начну мыть 2 раза в день, 3 раза в день. То вам потом понадобится 6 раз в день мыть и так далее. Неужели невозможно соскочить с этой зависимости? Да и зачем платить больше за чистоту головы? Итак, внимание, эксперимент, шампунь. А что если вообще не мыть голову каждый день? В этом эксперименте у нас участвуют братья-близнецы. Для чистоты эксперимента один брат будет по-прежнему мыть волосы раз в неделю. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Андрей. Андрей, вам придется немножко помучиться раз в неделю. Мы специально выбрали близнецов. У них одинаковый образ жизни, одинаковый обмен веществ. Итак, день первый. Мы срезаем у братьев по пряди волос. Дальше взвешивание и проверка на жирность. Мы брали пробу до мытья, да, и там ноль был. Через неделю повторное обрезание. И снова взвешивание. В тот день они оба помыли волосы, то есть чистота голов обнулилась. И вот, внимание, важнейший результат нашего эксперимента. Спустя 2 недели жирность их волос практически сравнялась, несмотря на то, что один по-прежнему мыл волосы каждый день, а второй лишь раз в неделю. То есть, чем вы реже моете голову, тем вам реже ее приходится мыть. Точно так же реклама подсадила мужчин на лезвие. Всю жизнь мы брились одним. Потом нам объяснили лучше 2. Чуть позже доказали еще лучше 3. Теперь дошли до 5. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что скоро нам впарят 6, 7, 8 лезвий. Так же и с кремом. Раньше был балет для рук и для ног, а теперь есть для лица, для шеи, для век, для щек. Одна фирма предлагает крем для носа, другая – для кончика носа. Если вы всему этому верите, скоро у вас появится крем для большого пальца, для указательного, для мизинца. Только покупайте. Как всякая нормальная женщина, да, я чуть-чуть ворона, да, которая реагирует на все блестящее. Вот видите, я даже одета. Когда-то в программе «Цены. История всероссийского обмана» мы рассказывали, как певица Суханкина потратилась на крем с золотом. Такой вот крем, где тут сплошные блестки и обещание того, что вот эти блестки мне сделают лицо, вот это золото, как бы заменит мне золотые нити, сделает какую-то уникальную подтяжку. Золото там действительно было, целых 3 миллиграмма. Только к чему оно? Вспомните, золотые зубы, которые ставили много лет. Почему они именно золотые? Не медные, не железные, не цинковые, именно золото. Почему? Это курс химии 7 класса. Золото не вступает ни в какие реакции с человеческим организмом. И вы верите, что крем с золотом избавит вас от морщин? С тех пор прошло 1/2 года. Эксперт по бесполезной рекламе Александр Левитас собрал новую коллекцию покупательской глупости. Вот, например, маска для лица на кристаллическом биозолоте. Неважно, что там лежит, но само понятие биозолота лишено физического смысла. Но это дорого и сильно звучит. Маска на золоте. А рядом с ней, маска с жемчужной пудрой. Попробуем представить, как можно приготовить жемчужную пудру. Берем дорогостоящий жемчуг, перемалываем его. Порошок на выходе лишен блеска и смысла. По сути, он ничем не отличается от мела. Которым в школе пишут на доске, но звучит гораздо дороже. И индустрия втирает нам его не только в кожу, но уже и в зубы. Это зубная паста с жемчугом. Впрочем, паста с жемчугом – это скорее экзотика, куда популярнее просто отбеливающая. Следующий эксперимент – отбеливание зубов. Мы проводим исследование, которое называется «зубная щетка, пасты и зубы». И что здесь написано? Зубы белее за 14 дней. Ваша задача – 2 недели. Чистить зубы именно этой пастой, а потом доложите.
Стали зубы светлее или нет? Объектом исследования будут две девушки и трое юношей, все с зубами. В качестве тестовых мы возьмем два зуба, один на верхней челюсти, другой на нижней. Один из лучших столичных стоматологов, когда-то он отвечал за белизну улыбок на конкурсах красоты, сейчас проводит анализ белизны. Ваша верхняя челюсть соответствует цвету B2, низ четко B3. Доктор объясняет, у каждой челюсти свой белый цвет. Если через две недели зубы станут белее этого белого, значит, паста помогла. Но, увы, как ни начищали зубы конкурсанты, бесполезно. Ведь на каждой отбеливающей пасте стоит маленькая приписочка. Скажем здесь, цитирую, «Во время чистки создает 3D-эффект отбеливания». То есть отбеливание, конечно, будет, даже трехмерное, но только в момент зачистки. В последнее время в моду вошли всевозможные средства с экстрактом бамбука. Вот, например, лак для волос с экстрактом бамбука. Прочность стеблей бамбука. А это средство для увеличения эрекции. С ним же. Вся природная сила, вся гибкость. Рекламный трюк понятен. Бамбук очень быстро растет, а если быстро растет бамбук, то многим кажется, что быстро будет расти и то, что мы им намажем. А вот пример рекламной игры словами. 9 из 10 женщин в России подтверждают, что это средство надежно защищает от чего-то там. Вопрос, действительно ли опросили всех женщин России, или, может быть, опросили всего 10? Следующий эксперимент. Можно ли от него избавиться с помощью крема? Итак, у нас есть подтянутые силуэты, упругие ягодицы и бедра. Крем от семилитра. Я всем раздаю по флакончику крема. Просьба наносить, как сказано в инструкции, интенсивными круговыми массажными движениями. Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот он будет, вот дает. В нашем эксперименте, как в той рекламе, 10 женщин России. Все как одна мечтают победить целлюлит хотя бы на отдельно взятой ноге. Две недели старательного втирания, может, какой-то эффект и есть, но как понять, что он достигнут, ведь одну ногу на весы не положишь, поэтому в качестве доказательства мы будем использовать прием рекламщиков. Вам помог крем от целлюлита? Нет. Вам? Не помог. Вам? Нет. Мне не помог. Мне не помог. Вам? Не помог. Помогает? К сожалению, не помог. Итак, 7 из 10 женщин России подтвердили, крем от целлюлита им не помог от целлюлита. Надо сказать, что рынок впаривания быстро реагирует на модные тенденции. Вот и наша программа только выходит в эфир, а в магазинах уже появился крем с лозунгом «Без лаурилсульфата». Этикетка на бутылке с шампунем сообщает нам, что он не содержит лауретсульфата натрия и парабенов. Нет парабенов и нет консервантов. Только не думайте, что здесь все био-эко-натур-продукт. Просто одну химию заменили другой. Внимание! Теперь мы разбираемся с дезодорантами. Задача понять, неужели эти шарики, которыми мы водим под мышками, могут защитить от запаха на целых 24 часа. Каждому бойцу мы раздаем по два образца. Левую впадину ожидает газовая атака дезодорант «Аэрозоль». Стойкий аромат наполняет энергией и дарит ощущение погружения в волну свежести. Правую – твердая смазка дезодорант «Стик». Свежесть и сухость в любой ситуации. Итак, мы начинаем эксперимент. Включаем секундомер. На старт. Внимание, пшикаем. Оправились, садились и на зарядку. Рядовое утро. Раз, два, раз, два. Рядовым сержант предлагает отжаться, подтянуться и пробежаться. Бегом, ма! Так, все, стоять, друзья. Ко мне лицом повернулись. Теперь бежим по моей программе. Рекордсменка мира по бегу. Сегодня Светлана Мастеркова будет оценивать бегунов на запах. Нормалек. К армейским нагрузкам она могла бы добавить и олимпийских, но зачем? Дезодоранту с обычной зарядкой бы справиться. Ну, у них спины мокрые. Вот если по спине провести, да, спина влажная. Ой, ну все тут влажное. В качестве теста на сухость бойцам Светлана выдает по бумажке под мышку.
Ну, влажно. Да. Какое влажно? Тут мокро. А ведь производитель обещал нам сухость в любой ситуации. За язык его никто не тянул. Хоть кто-нибудь сухую дайте, а? Сухих тут нет, но это не удивляет ни рядовых, ни чемпионку. На самом деле, 24 часа такого дезодоранта, мне кажется, еще не изобрели. Потому что каждый... А ваша цифра, вот максимум, сколько держит? Если в тренировочном процессе, то 3-4 часа. Если в бытовом... Не тренировочный, вот обычный день. Не тренировочный, обычный день. Ну, я думаю, что где-то так же. Выходит, даже на полдня дезодорант не спасает. Но реклама щедро раздает нам все новые и новые обещания. Эффективность 48 часов. Против влажности, против запаха. Товарищи солдаты, дезодорант действует? Никак нет! Запах пота есть? Так точно! Запах пота есть? Так точно! Пришло время дать слово нашему научному обозревателю Павлу Альбертовичу. Говорят, вы собрали целую коллекцию таких вот примеров. Ну да, я тут в магазине видел шампунь с молочком орхидеи. Я бы хотел увидеть у орхидеи вымя. У меня и у самого есть небольшая коллекция орхидей, но ни одного нету в имени растения. Потом есть замечательное золото берберов. Это растение такое. А как вы перегоняете из золота масло? Это растение так называется. Как называется растение? Да. Называется берберское золото. Нет, да, такого растения на свете. Посмотрите, пожалуйста, это обычное эндемичное масло, гор атласа. Да. Ну, так, примерно такое же, как оливковое. На самом деле это... Органовое масло. Орган. Совершенно орган. Верно. Да. Но оно это называется органом, масло такого растения. Пожалуйста. Не надо золота вокруг, не надо этих... Когда простой продукт имеет. Если это так называют растения, почему мы не имеем права? Да хоть кошачьими хвостиками назовите. А почему мы не имеем права так назовите из кошачьих хвостиков. А зачем? Зачем? Мы берем масло органа. Им же надо рекламировать продукт и продавать. Вот они эти и продают. Вот и все. А почему они используют еще это? Потому что, они хотят экономить. Потому что масло жожоба, которое действительно очень ценное. Оно а вот для этого уже хорошо депутаты, чтобы занимались качеством. Можно одно слово буквально депутату? И прав абсолютно производитель, если у нас появится конкретный закон, железобетонная бумажка, как говорил профессор Преображенский, который расставит все точки над «и». Можно тяжелые металлы или нельзя? Можно формальдегиды или нельзя? Можно берберское золото или нельзя? Простите, пожалуйста, но вы нас уморили химией. А меня вот интересует еще такой вопрос. А вот то, что продается в аптеках, вот эти вот аптечные косметики, это то же самое. Это то же самое? Вы абсолютно не проверяли это ее? То же самое. Понимаете, потому что, может быть, тогда туда идти. С аптечной косметикой. Например, есть такое прекрасное мыло с триклозаном, да? Да. А знаете, что такое триклозан? Нет. Валентина Ивановна, что такое триклозан? Ну, это фунгицид. А мы, например, вместо этого, фунгицид, который... Фунгицид, это который убивает грибковые различные рода грибки. Правильно. Поэтому, если вы хотите пользоваться, например, мы свои средства, в частности, в интимную пенку, вводим пребиотик для кожи, который позволяет сохранять полезную микрофлору. Была я в Японии много лет назад еще. И там мне сказали, что у них есть такая теория, что мыло снижает естественную способность кожи сопротивляться грязи. И по этому поводу у них есть целая секта людей, которые вообще не моются. В Монголии они жиром мажутся, бараньим. Понимаете, что меня пугает? Что мы с вами пришли к выводу, что чем бы мы ни мазались из косметики, мы себя травим. И я вот все думаю, может быть... Помните песню? Если у тебя нету тети, то вам ее не потерять. Если вы не живете, то вам и не умирать. Можно либо вообще не мыться, либо уже, так сказать, наплевать на все. Мы узнали, что не должно быть формальдегидов. Раз. Мы будем читать на бутылочках. Не должно быть этих читать. Два. Третье. Не должно быть этого СЛС. Три. Страна узнала. Три названия. Да. Мы без них, если обойдемся, жить будем? Жить будем. Подождите, страна узнала о трех. Подождите, да, 5 секунд. Страна узнала о трех. Вы не понимаете, что помимо трех уже и эфирные масла вредны. Витамин С больше 5% уничтожает. Вы же понимаете, есть что-то более вредное и менее вредное. Нет, подождите, как раз есть косметика, вы же понимаете процент, да?
Да вы поймите, есть возможность. Вот девушка вам показывала, есть выходы. Просто поставили вот это дерьмо на производство, а можно поставить хорошее на производство. Есть хорошее, вот вопрос к вам. Есть хорошая косметика, есть, в которой нету ни одного процента консервантов. Есть. Подождите, мы сейчас... Есть возможность выпускать моющие, которых нету. Сейчас понимаете? У нас другая тема дискуссии, мы не обсуждаем. Понимаете? Леша, мы хотим узнать, можно ли народу не травиться. Подождите. Сейчас пока мы узнали, что нельзя. Леш, я услышал, да. Не знаю, оставишь ты, вырежешь. Но в принципе есть. Сейчас страна от него услышала. Без консервантов. Без консервантов. Да. Ищите шампуни без консервантов. Да? А найдете? Косметика без консервантов. Глеб, послушайте еще раз. Вот послушайте, вот человек, прежде чем что-то купить для лица, пищу, он должен думать. Согласны со мной? Вот я предлагаю думать. Раз, думать. Два, три, исключаем. Консерванты, да. Четыре, исключаем. Да. Все зависит от того, насколько педантично производитель покупает ингредиенты. Чистые они или не чистые. Хорошо они сделаны или нет. И как он составляет рецептуру. Нет метилпарабена, значит, вам ведут хлорметилизоцилизинон. Извините за химию. Все равно консерванты будут. И доверьтесь грамотным производителям, которые... Нету сейчас хотят... грамотных производителей. Их всего 1-2%. И здесь они слышали. Потому что мы провели опыты. Мы провели опыты, понимаете? И они показывают, нету. Я вообще сижу, как в 17 веке. Я не хочу больше мыть хлебом волосы. Я в университете этим мыла черным хлебом, замачивала и мыла. Не буду я этим заниматься. Как не ходить в косметологические салоны? Вообще, вы о чем? Чем раньше начать заниматься своей кожей, тем лучше. Оксана, вот вы всех приглашаете в косметологические салоны, но вы думаете, что там за большие деньги вам предложат качественное и, главное, квалифицированное обслуживание? Не торопитесь. Лицо, оно у человека одно. Это наша красота, это то, почему нас воспринимают окружающие. Доктор Ирина Скорогудаева, как никто, знает всю изнанку этого бизнеса. Врач-дерматолог, она исправляет ошибки косметологов. Ирина запрещает своим пациентам жить красиво. У нас очень много обращений на сегодняшний день. И особенно по поводу неудачно сделанных профессиональных процедур. Она думала, что продает салон красоты, а на самом деле продала все секреты не очень красивого бизнеса. Если вы берете на себя звание генерального директора, значит, вы здесь как хотите, так и правильно. Никто ничего вас не будет не проверять. Вас никто не будет проверять, это слова гендиректора. Она продает салон, мы делаем вид, что хотим купить. Поэтому хочется понять, как реально обстоят дела в бизнесе. Ну там краска просроченная, ну там... Краска не та на столах. Просроченная краска, поддельные крема. Но разве это кого-то пугает? Ведь сегодня куда ни взгляни. Тут парикмахерская, там солярий. Простой эксперимент. Возьмем квартал рядом с телецентром и просто подсчитаем, сколько тут салонов. Раз, два, три. Итого 68 салонов красоты только в этом квартале. А всего по Москве их около 6000. Из них только 600 имеют медицинскую лицензию, остальные работают без нее. Но одни от других вы никогда не отличите, ведь вывеска на входе у всех одна. Салон красоты. Вообще она пришла ко мне в истерике, если честно. У пациентки Ани результаты посещения салона красоты написаны на лице. Шрамы на лбу и подбородке, следы неудачного пилинга почти удалось убрать. Такие фотографии не печатают ни в модных журналах, ни в каталогах салонов красоты. Здесь никто не объяснит вам, что пилинг – это жесткая зачистка, чаще всего обычной кислотой. Просто пообещали, будет лучше. Даже что лучше? Вопрос. Подобные операции во всем мире проводят в специализированных клиниках. В России для таких процедур дипломы не нужны. Человек с дипломом, он может и стоит на входе в салон. Но чему и как его учили, почти никто не интересуется. Ведь мы так привыкли доверять женщинам в белых халатах.
Журналист меняет профессию, чтобы ответить на вопрос, как в салонах красоты не потерять лицо. Итак, нам дано. Девушка-корреспондент, возраст 23 года. Состояние ее кожи однозначно определяет прибор. Кожа сухая кожа. Теперь, точно зная, что кожа у корреспондентки сухая, мы отправляем ее в турне по столичным салонам. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я косметолог-эстетист. Никаких приборов в большинстве клиник не было, да и зачем? Ведь тут могут определить кожу на глаз. У вас нормальный тип кожи. Кожа у вас склонна к жирности. Три разных диагноза, значит, и разные методы лечения. И косметологи не скупятся на рецепты. И, безусловно, вам нужно прижечь дерсенвалем, противовоспалительные сыворотки, глюколевые пилинги, массаж лица, маски на очищение. В итоге наши подопытные прописали дорогостоящее лечение. Но зачем? Ведь девушке всего 23 года. Проблемы кожи ее не мучают. А что будет после этих вовсе недешевых процедур, не знают даже профессионалы. Мало того, что у нас люди работать не умеют с получением эффекта без осложнений, у нас, так сказать, еще и не знают, как лечить эти осложнения. Вот и секс-символ конца 90-х Елена Кандулайнин, заглянув на модную процедуру, не ожидала, что красота потребует таких жертв. Ай! А! Нет, горячо очень. Подождите, давайте не будем. Вот еще одно популярное предложение – искусственное солнце. Я хочу вас расстроить. У вас меланома. Это рак кожи. История австралийца Джея Хединга началась с визита к врачу. Тогда ему объяснили, что ежедневные посещения солярия привели к меланоме, то есть к раку кожи. У меня была меланома левой голени, и у меня был рак третьей стадии. 65%, что рак у меня вернется. Диагноз почти не оставлял шансов. Даже если опухоль на ноге вырезать, она может снова возникнуть в любое время. Узнав об этом, Джей начал борьбу с соляриями. Листовка позади меня – это наша петиция. Мы призываем к запрету соляриев в Австралии, потому что это смертельные машины. Когда таких, как Джей, по всему миру стало слишком много, о полном запрете соляриев заговорили в Европе. Хотите, я покажу, что будет с вашей кожей, если вы будете ходить в солярий. Сегодня Россия – одна из немногих стран, где рынок соляриев по-прежнему растет. Нет, я туда не хожу. Я по большому счету вообще запретила. Здоровье их, а бизнес ваш. По этому принципу работают даже в престижных клиниках пластической хирургии. В этой клинике нам предлагал свои услуги бывший иммунолог. Я вам сделаю такой нож. Пойдет он вам, не пойдет он вам. А здесь эндокринолог из ближнего зарубежья. Конечно, от возможных ошибок доктора не застрахованы, но от суда прикрылись вот этим документом. Всю ответственность за неудавшуюся операцию больной должен взять на себя. Лицо отекшее было, опухшее, у меня повисла нижняя челюсть. Актриса Елена Борзова своего врача за новую внешность благодарит по телефону. Сказали, что через 10 лет я вам скажу спасибо. Вот все 8 лет, я не говорю спасибо, все 8 лет я себя чувствую очень неважно. О докторе Ерохине актриса узнала по сарафанному радио от другой актрисы Ольги Спиркиной. Но на коллегу Борзова не сердится, ведь после операции они обе стали подругами по несчастью. Кожа вся повисла, черный синяк, который пополз на грудь. Они хотели как лучше, а получилось, как это обычно бывает в России. Они просто деньги у тебя хотят забрать и не знают, каким образом это сделать. Ну уже давай как-нибудь. Давай, давай. Что-то она хочет сказать, вот, а ее не понимают. Да, Людка? Скажи, ничего, я вот заговорю, все вам расскажу. Их свидания проходят под звуки аппаратов, поддерживающих жизнь. Год назад девушка Аня захотела поправить себе подбородок. Ей предложили подтяжку и операцию под общим наркозом. Шансов, что когда-нибудь Аня проснется после него, почти нет. Обойдя множество клиник и хирургов, она вот пришла к Мамедову. Модный пластический хирург, знаменитость для знаменитостей. Доктор Мамедов и звезд оперировал, и сам был ведущим шоу на телевидении. Начнем. Неужели такой врач мог допустить ошибку? Точно известно только одно. Сразу после операции Аня впала в кому. Сейчас будет тотальное и комбинированное эндоскопическое омоложение лица. Муж Ани Кирилл начал собственное расследование. Его результат почти сенсация. Как говорит Кирилл, пластический хирург Мамедов еще вчера был обычным педиатром и вообще не имел права браться за скальпель. Как ему удалось вот буквально за там, 2-3 года из педиатра стать доктором наук по челюстно-лицевой хирургии?
После начавшегося скандала доктор Мамедов всего лишь поменял работу. Он по-прежнему ведет прием, продолжает оперировать и, как и вся индустрия, предлагает нам сделать красиво. У нас в студии Ольга Кровавкина, которая тоже пережила свою личную трагедию. Расскажите, что у вас, что с вами случилось? А я вообще пришла на прием к онкологу, к своему участковому в поликлинике. И что он вам предложил? И она мне вот сказала, что ну ты полная, нужно похудеть, я тебе это сделаю, будет у тебя там 46-й размер. Сделала она мне липосакцию, откачала 10 литров жира, и все это повисло. И блефаропластику, которая, вот я говорю, у меня глаз один слепнет, а второй без ресниц. Так зачем же вы к районному онкологу-то ходили? Ну вот понимаете, ну, нет, она сказала, что она параллельно пластический хирург. Она меня увезла в Мидовскую больницу Московской области. И, значит, там, но это я сейчас тоже как вот муж вот этой вот дамы, да, я выяснила, что ни у нее вообще нет образования, нет ни лицензии, даже у Мидовской больницы нет лицензии. Она режет до сих пор кого-то? Да. И она и до сих пор работает этот врач? И до сих пор, мало рта, она в двух местах работает. Это Григорьева Ольга Васильевна. Подождите секундочку, у нас сегодня в студии представитель ассоциации косметологов Сергей Мисюрин. Да. Значит, уважаемые дамы и господа, первым делом я хочу обратить внимание на абсолютные вещи, которые должны быть понятны каждому. Что сегодня одни и другие могут использовать медицинские методы, только у одних есть законная медицинская лицензия, а у других это работает, так сказать, на основаниях незаконного плана. А вывеска и там салон при красоты? Этом, да, может быть, вывеска и такая, и любая. А вот у меня вопрос вот, депутатам. Скажите, пожалуйста, вот если я захочу открыть косметологический салон, допустим, где-то у себя, мне продадут вот средства аппаратной косметологии, все эти шприцы для мезотерапии, дарсонбали, все, что может нанести ущерб. К сожалению, да. А можно сделать так, чтобы приравнять это к хирургическому оборудованию? Вообще, чтобы это не уходить, просто этот рынок жестко зарегулировать. Не такой он большой. Чтобы абы кто, вот, чтобы всякие ветеринары просто не имели доступа к хирургическому оборудованию. Итак, вопрос законодательства мы уже немножко разобрались. Аня, расскажите про свою историю. Ну, тоже, я жертва рекламы, что можно делать какие-то инъекции. На какую процедуру вы пошли? Не думая об этом, не прочитав ни слова об этом, пошла и мне сделали инъекции, могу сказать, с чем? Липостабилом. После этого мое прекрасное лицо опухло так, что я себя в зеркале не узнавала. 4 месяца во время проекта меня мазали слева, справа. Парик все больше стало, чтобы лицо как-то меньше при этом оказалось. Поэтому, да, дорогие женщины, думайте 3 раза. Делайте разведку, спросите у подруг. И тем более, что не каждому человеку все эти инъекции подойдут. И все, что вам колят, женщины, я по пути. Вам никто это не скажет. Берите флакончики с собой. Не оставляйте там. Это хотя бы какая-то гарантия качества, что, в смысле, сохраненности себя самой, что вдруг, если у вас что, вы пойдете и дойдете до истины хоть до какой-то. Я просто, мы все жертвы рекламы, и, по-моему, слишком много рекламируют, что это как будто просто. Делали маленькую операцию, ты лучше будешь жить, и все будут тебя любить. Если ты сам себя не любишь, никто тебя не понимает. Скажите, а скорее нас обманывают, или мы сами рады обманываться? Ну, мы рады обманываться, мы хотим легким путем что-то получать. На самом деле, действительно, здоровый образ жизни. И это самый хороший косметолог для тебя, да. Конечно, вы можете вовсе перестать красить губы, а голову мыть только желтком, но от индустрии с ее опасной отравой все равно не уйти. Сейчас я прошу надеть маски всем, кто сидит в студии. Сам тоже надену. Мы вам продемонстрируем, как действует одно из средств для чистки труб. Грязь действительно исчезает только вместе с трубой. Так кто назвал эту химию бытовой? Для кого-то порошки увлечение, для него работа. 20 лет доктор Качер выводил формулу идеального порошка. Но сегодня, рассыпая порошки на дорожке, он объясняет, как опасен классический рецепт. Тот, который мы, конечно, не знаем, но которым каждый день пользуемся, стирая белье. Первый – фосфаты, которые наиболее опасны, которые
занимает наибольший удельный вес. 35% фосфатов, 20 перборатов, 10 карбонатов. Сначала мы попросили называть компоненты, а потом сами поняли, что ничего не поняли. Впрочем, обывателю знать эти вещи не нужно. Важно понять, где в этом списке отрава. Фосфаты полностью опасны. Анионные ПАВы особо опасны. Неогенные ПАВы. Очень опасный химический элемент. Стабилизатор пены, но многократно опаснее. Итого было 15 компонентов. Из них 7 особо опасные, 4 просто опасные и только остальные 4 нейтральные. Что же выходит, нам годами рекламируют продукт сплошь небезопасный. Вот так я замачиваю, застирываю, отбеливаю, вывожу пятна и кипячу. Но Александр Качур достает главный аргумент. Это честная, откровенная книга об той опасности, которую представляют фосфатные стиральные порошки. Гигиена применения синтетических моющих средств. Справочник 67-го года – результат многолетних исследований советских ученых. Самое популярное моющее средство в Союзе – хозяйственное мыло. Им моют руки, им же стирают, но для шерсти используют горчицу. Для отбеливания пурген, чтобы вещи меньше впитывали грязь, крахмал. Впрочем, в продаже лежат порошки. И уже тогда, 35 лет назад, ученые предупреждают об опасности. Но книга выходит ограниченным тиражом, всего 1700 экземпляров, и информация о скрытой угрозе порошков до людей не доходит. Анионные ПАВ оказывают воздействие на семиродные эпители белых крыс. Такой биологический эффект действия подобен влиянию ионизирующих излучений, что выражается в подавлении сперматогенеза. Выходит, действие некоторых компонентов нашего порошка сродни радиации. В этой книге 200 страниц обвинения, которые официальная индустрия до сих пор не слышит. Более того, рекомендуют покупать и покупать. Москва, научно-исследовательский центр бытовой химии. Это здесь тарелки моют на время. 4 раза по часовой стрелке, 4 против. С внешней стороны и с внутренней. Белье стирают по ГОСТу. 5 грамм надо взвесить. То есть бытовую химию проверяют на эффективность. Сегодня на проверку в Нисбытхим мы несем 4 порошка. Фирма-производитель одна, разная цена. 45, 36... 20 и 17 рублей за пачку. Кроме этого, в конкурсе будет принимать участие кусок мыла за 10 рублей. Задача понять, что лучше отстирывает. Значит, вот мы взяли стандартно загрязненную ткань. Вот теперь мы ее опустим в стакан. Эти квадратики внутри и есть объект стирки. Ткань загрязнена в соответствии с ГОСТом. Здесь и жир, и пот, сажа с маслом, кровь с молоком, чай с кофе. Всю эту научно выверенную грязь мы погружаем в лабораторную стиральную машину. На выходе разница видна и на глаз, но положено проверять на приборе. Итак, результат. Самое лучшее средство отстирало на 105%, а самое худшее средство, я правильно все сказал, на 90% отстирало. Мыло, когда мы сравнивали с ним, то оно отстирало на 120%. Дешевое мыло эффективнее самого дорогого порошка. Впрочем, это только в вопросе чистоты белья. По запаху мыло явно проигрывает. В остальном лабораторная стирка дала предсказуемый результат. Чем дороже средство, тем получилось оно эффективнее, удаляет загрязнение. Конечно, вода в наших кранах не дистиллированная, а обычная. Да и грязь самое что ни на есть настоящая. Если чай, то чай. Если жир, то это и пот, и масло. И яйцо. Ну и, конечно, земля. Мы повторяем лабораторный эксперимент на обычной кухне. На старте все те же 4 порошка. Там. Свои, Екатерина. Теперь мы идем к вам. Опять стирать? На финише оценивать белизну будет Екатерина Плеханова, мать героини рекламного ролика. Чем стираете? Как чем? Тогда в рекламе Екатерина почувствовала разницу. Кофта абсолютно белая. 40 градусов всего. Посмотрим, что чувствует она сейчас, когда ни марка, ни цена порошка ей неизвестны. Поехали. Так,
ну что, какой вывод? Есть разница между дорогим и дешевым порошком? Разница есть, но она не очевидная. Выходит, очевидной разницы нет. Тогда зачем платить больше? Каким порошком стирали эти вещи? Так качественно отстирывает только дорогой порошок. Впрочем, здесь вы всего лишь рискуете деньгами. Но куда страшнее риск здоровью. Все мы знаем, что нюхать порошки – это ненормально, а если вдыхать? Для домохозяйки, в общем-то, особенно которые склонны к аллергии, желательно использовать респиратор. Домохозяйке желательно использовать респиратор. Но что-то ни в одной рекламе про защиту дыхательных путей ни слова. Это иммунная система, это страшно тонкая вещь. И может быть аллергия на сам порошок, раз. А может быть комбинированное воздействие. Бывает так, что одно химическое вещество стимулирует аллергенные свойства другого вещества. В ванной пахнут порошками? Да, да. Формально аллергия на кошку. Помните, если носом вы чувствуете запах порошка в ванной, значит, наверняка вы вдыхаете самые опасные его компоненты. Данные ароматизаторы, они не разлагаются в природе, они не выполаскиваются из ткани и постоянно преследуют потребителя. Во время стирки, во время сна, во время пользования одеждой. И вызывает сильнейшие нервные и психические срывы. Пузырьки мы, пузырьки, как сияем мы, узри. Вместе с нами все блестит. Эта реклама, точнее антиреклама, недавно появилась в США. Сиентастика. Девушка-модель разрекламировала средство для мытья ванной. Вроде все, ролик снят. После работы она идет мыться, а в ванной ее встречают веселые пузырьки. Те самые, которые она разбрызгивала для борьбы с грязью. Почему вы до сих пор здесь? Мы до сих пор здесь, потому что ты нас сама здесь понабрызгала. Мы химикаты из очистителя. И действительно, если вы до блеска намыли тарелки, да так, что палец хрустит. Не спешите радоваться. Это значит, что, во-первых, вы плохо смыли средство, и, во-вторых, вы его наверняка съедите со следующей порцией еды. Если мы это все оставляем на поверхности, а еще страшнее на посуде, вот это уже действительно опасность большая. Про этот знак потенциальной опасности мы уже говорили. Черный крест на оранжевом поле означает «вредно». Эту бутылку моющего средства мы купили в Финляндии, а вот вторая бутылка, то же самое средство, той же знаменитой фирмы, только куплена в России. И тут никто не предупреждает об опасности. Конечно, от стирки белья никто не умирал, да и средством для мытья посуды не отравишься кальцианистым калием. Но помните, она хоть и бытовая, но все-таки химия. О ее коварных свойствах у нас предпочитают не говорить. А скажем, в США давно действуют правила техники безопасности при применении бытовой химии в домашних условиях. В доме не должны находиться дети. Из дому должны быть выведены все животные. Они должны быть удалены из зоны действия паров фосфатных порошков. Кажется, все ясно, диагноз индустрии показан. Но так хочется верить, что и для тех, кто подсадил нас на химию, есть исключение. Например, детская косметика. Вспомним нашу проверку, ведь мы сдавали и детские товары. И вот теперь, внимание, результаты. Релиз подготовлен специально для сайта Reaper AM. Давайте да-да. Еще раз вспомним эту картинку. 88-й год. Детей учат правильно мыть голову. Сухие волосы моют детским или ланолиновым мылом. И лучше пеной, смягчив воду ложкой уксуса. Для жирных волос кефир, для сухих соды или желток. Тогда этого было достаточно. Но сегодня детям не обойтись без масел для сна, пенок для купания. И пусть стоит все это дороже, зато, скорее всего, безопасно. Но, как ни странно, в нашем наборе для проверки самым ядовитым оказался именно продукт для детей. В детской присыпке иметь такое количество свинца, чтобы выйти за норму, которая невероятно завышена, да, это уже нонсенс. В детском тальке эксперты нашли столько свинца, что и взрослому со здоровой кожей многовато, а тут грудничкам на опрелости. Нарушена целостность кожного покрова, а мы туда, вот, значит, сейчас рекомендуем отсыпать такую присыпку. Впрочем, кое-что положительное мы нашли. Шампунь без лаурилсульфата существует, но он был единственным. Все остальные, даже детские, словно из одной бочки. Все детские шампуни тоже на основе лаурилсульфата. Так чем же мыть голову? В последнее время в кругу состоятельных модниц популярен шампунь для лошадей. Боже мой, с глицерином и серой. А из чего это делают? Даже написано от перхоти. И крем для смазки в имени у коров. Стоит после дойки помазать этим кремом, и все как рукой снимает.
Крем для тёлок «Зорька». От самого названия веет чем-то деревенским, он словно от природы. Но что тёлкам хорошо, человеку не очень. Волшебного компонента, боюсь, нет нигде. Я вас разочарую, но, наверное, я боюсь, что волшебного компонента и вовсе не существует. Если не лошади и коровы, то куры. Пока мы снимали эту программу, всем героям задавали один вопрос. Чем лично вы моете голову? В группе натуральных продуктов лидером стали яйца. Яйцо – это действительно божественный совершенно продукт. Профессор Мустафин сам давно перешел на безопасный для волос желток. Теперь пытается убедить модного стилиста Дудаладова. Одно или два яйца я вбиваю в стакан, вилкой перемешиваю, взбиваю немножко. И потом наношу на волос себя. Профессор объясняет, безопасность прежде всего. Ведь когда-то героин продавался как средство от кашля. Вы думаете, с пудрами и помадами было иначе? В усыпальницах Кремля, в останках наших российских цариц, было обнаружено большое количество свинца, мышьяка и ртути. Считалось, что мышьяком и ртутью цариц травили, но оказалось, красили. Эти царицы добровольно уходили из этого мира, используя импортную и отечественную косметику. Клубника. Куда вы? Огурцы. Вполне свежа. Сметана. Чем только не мазались женщины в советском кино, чтобы продлить молодость кожи. Чтобы похудеть, они бегали по крапиве. Кость, а вы раньше мыли голову кому-нибудь яйцом? Конечно, в наше время на желтковые ванны для волос вряд ли кто перейдет. Поэтому, Ксюшенька, улыбаемся, нам очень нравится. Как-то не очень, на шампунь не похоже. Флуорилсульфат в шампуне сейчас такая же неизбежная химия, как бензин в машине. Во-первых, это быстро. Во-вторых, я многое отдам за отдушку. Конечно, от бензина никто не умирал, но ведь всем ясно, что бензин – это как минимум не экологично. Так же и с шампунем. Леньте его на себя, просто помните, что у вас в руках приятно пахнущая и вовсе не черная, но все же нефть. Моя рекомендация – просто вот не лить лишнего. Не исходить из ложной предпосылки, что чем больше пены, тем шикарнее. Так что прислушайтесь к советам ученых, сокращайте количество ненужных возлияний на кожу. И главное, берегите детей, по крайней мере, от лаков, красок и помад. Я бы сказала, что в каждом этом продукте скрыта та или иная опасность. Поэтому отдельно надо было бы внимание уделять детской косметике. Я бы ее вообще запретила. И последний вопрос. Вот почему красота все-таки требует жертв? Потому что мы не знаем всей правды или предпочитаем ее не знать? Может, нас и не столько обманывают вовсе, сколько мы сами готовы обманываться? Ну какая женщина не хочет быть красивой любой ценой, а индустрия ей только подыгрывает? Что хорошо, а что плохо? Где эта граница? Оксана? Я очень коротко, мне кажется, красота – это просто чувство меры. У каждого оно свое, это зависит от образования и воспитания. Вадим Иванович, на мой взгляд, красота – это риск для здоровья. Граница красоты – это здоровье. До тех пор, пока это на здоровье, пусть оно будет. Но из сегодняшней передачи я сделала один вывод, что, конечно, законодательство наше должно перейти от защиты бизнеса к защите потребителя, клиента, того, который пользуется этим. Дмитрий Потапенко, защитите бизнес. Ну, вообще было все, в общем-то, все сказано. Мы, в конце концов, все умрем. Это надо четко понимать. Поэтому, чтобы мы не ели, чтобы мы не пили, чем бы мы не пользовались, не морочьте себе голову, пользуйтесь, чем пользуетесь, и живите спокойно. Валентина Ивановна. Нужно слушать свою кожу, знать свой организм, потому что есть такое очень хорошее выражение. Лучше кожи может выполнять функции только она сама. Поэтому прежде чем что-то применять для кожи, нужно думать. Глеб Валентинович, бизнес работает на потребителя. Ой, красота – это бизнес, не обманешь, не продашь, поэтому берегите карманы, товарищи. Марина Львовна. Мне все-таки хочется пожелать всем, чтобы вот несмотря на то обилие предложений, оно, безусловно, излишне на нас, на всех бедных, чтобы мы все-таки перестали разрешать себя дурить. Антон. Если мы говорим о косметических препаратах, вот я умоляю, если хотя бы наши телезрители не будут давать детям косметику до 3 лет, я буду считать, программа не прошла зря. С
Все, что вы узнали, это то, как заставить изменить свои привычки. Меньше использовать бытовую химию, возможно, реже мыть голову, перестать, наконец, верить рекламным обещаниям. А еще у нас остались шампуни, гели для душа, зубные пасты, румяны, помады. Все то, что когда-то мы сдавали на экспертизу. Нам это уже не нужно. А вы решайте сами, если хотите, подходите, можете брать. Если вам, конечно, не страшно. До свидания. С вами был я, Алексей Егоров. Thank you.